Несколько слов про очень интересную технику NEF, которая отличается от всего практически, что есть у нас на рынке. Вот. В ней присутствуют, помимо стандартных функций, некоторые уникальные вещи, которых больше нигде не удавалось увидеть. Вот. Первый пример – это варочная панель. Во-первых, это варочная панель индукционная, таких сейчас много. Индукционная хороша тем, что скорость регулируется, вернее, температура панели регулируется практически мгновенно. Вот. А во-вторых, вода на ней закипает в полтора раза быстрее, чем на электрической панели. Вот. И плюс, если у вас что-то убежит, температура этой панели не превышает 100 градусов, поэтому не придется мучительно больно и долго оттирать то, что после этого пригорит. Как это работает? Фирменная фича компании NEF – это вот такая вот крутилка магнитная, которая притягивается к плите и которая позволяет вам управлять всеми основными ее функциями. Выглядит это примерно так. Включаем плиту, и дальше мы избавлены от необходимости нажимания плюсиков-минусиков, как у других производителей, для регулировки мощности, выбора конфорки и так далее. Делается все очень просто. Вокруг крутилки есть такие указатели, которые показывают конфорки, которые будут регулироваться. Мы выбираем нужную конфорку, например, сюда раз, она загорелась, после этого мы крутим и регулируем температуру. Если произошло что-то экстраординарное, нужно срочно выключить плиту, и у нас одновременно включено любое количество конфорок, то мы просто берем, убираем магнит, и тут же у нас все выключается. То, что мы видели мигание, это связано с тем, что мы на поверхность плиты не поставили никакую кастрюлю, и в этом случае она автоматически выключается сама через несколько секунд. То есть в холостую эта плита не работает. Вот, и магнитик этот, вот он, раз, притягивается. Очень удобная штуковина. И вторая вещь, это варочная панель NEF. Ну, помимо обычных наворотов с дисплеями, программами и так далее, самое главное для хозяйки что? Чтобы при выпекании пирога не обжечь живот. Здесь с этим решили справиться примерно так. Мы берем крышку, и эта крышка у нас уезжает внутрь. Соответственно, можно подойти, быстро достать горячие противни со всякими вкусняшками. Вот. А потом мы берем, вытягиваем эту штуковину, пускаем вверх, и она закрывается. То есть очень компактно, удобно, и регулировка также производится при помощи вращающегося колеса, там большей части режимов. Вот, гораздо удобнее, чем с кнопками. Вот такая вот техника.